Вот такое классное оружие с железного человека. Здесь две пульки. Здесь маленькая кнопочка отвечает за выстрел. А вот эта кнопка при нажатии на большую, вот так вот раскрывается рука. Вот этот вот рычажок нужно потянуть. Потом вот так собрали. А этот рычаг, чтобы запустить... И теперь вот я нажимаю маленькую кнопочку. О, идет выстрел. Застряла. А, фирма вот Hasbro. Ну, по состоянию вот видно, есть потертости небольшие. Эти пульки можно, в принципе, я думаю, как у меня просто это уже такая, как для старенькая, потертая, поэтому ее не буду, наверное. Так, что еще? Ну, вроде все. Вот эти две кнопочки. Все. Вот такое интересное приспособление.